И вот шестой день нашего общего поста и молитвы. Знаете, я благодарен Богу за вот такой особенный день. Число 6 – это число человеческое, то есть там, где выходит наша плоть. Плоть, она всегда хочет своего, что-то сделать, сказать, противиться. Послушайте, обращение очень простое. Дабы нам смириться под крепкую силу, сильную руку Божью, нам нужно сказать своей плоти, своей душе: стоп, хватит, нужно двигаться за Духом. Это послание очень простое. Послание первое к Фессалоникийцам, Рав Шаула, 3 глава. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу, ко всем, какое вы исполнены к нам». Друзья, очень интересно, что послание Рав Шаула идет следующим. «Между собой вы хорошо делаете, друг с другом общаетесь, любите. И как наша любовь к вам, так и ваша должна быть между собой». Наша любовь заключается в том, что мы хотим предоставить в это время, время трудных решений, трудных позиций, как в Украине, Одессе и вообще в мире, так и фактически в наших семьях, чтобы мы свою любовь показали на деле, не просто словами. Друзья, пост и молитва – это некая забота о своем духе, в первую очередь, понимание Слова Божьего, и третье – это друг о друге. Я не говорю о том, что вы приходили в гости, заваливались друг от друга, а позвонить, помолиться вместе в согласии очень важно. Сегодня шестой день, и молитва будет в таком русле. Молитесь друг за друга, чтобы укрепились ваши стопы в вере, куда мы идем. И вера ваша была бы сильна в том, что мы все преодолеем.